как полюбить. Знаете, вот вообще, вот, ну, мы понимаем, что любовь, если даже психологами доказано, что любовь, настоящая любовь, безусловная уже, она приходит после лет 13-14 совместной жизни. Это раз. Любовь претерпевает разные, да, вот, ну, сначала там привычки, обиды, там, подстраиваемся друг к другу, там, злость, еще что-то. Ну, проходим эти витки, там, потом становимся, накапливаем банк доверия, у нас есть некий опыт уже, да, и мы понимаем, от кого что можно ожидать друг от друга, ну, и потом вот мы входим. Но опять же, я вот все размышляла над этими витками. Если мы к этим 13-14 годам приходим без обид, если мы этот багаж тащили с собой, нам будет очень сложно. Мы просто будем жить параллельными жизнями. Но чтобы этого не было, когда мы проходим вот эти вот круги, скажем так, да, депрессии, ругани, непринятия друг друга, самое главное – выходить из них без багажа обид и боли. Если я это все притащила с собой, я не смогу любить человека, на которого я обижена очень сильно. Поэтому мне нужно как бы освобождаться. Это первое. А второе – любовь надо возгревать в любом случае. Надо внутренне поймать эмоцию, наверное, какого-то счастья и понять, что он тот единственный, и других нету. И просто на него посмотреть с чувством, наверное, благодарности, что он до сих пор с тобой, что он принимает тебя такой, какая ты есть, что он любит тебя, детей, он старается. Пусть, может быть, не так, как ты хотела бы, но все равно это огромный плюс, да, что вот он есть. И когда ты ложишься спать вечером со своим мужем, ты смотришь на него, думаешь, Господи, спасибо тебе, что у меня он есть. Потому что могло бы и не быть. Многие страдают в одиночестве. И вот если мы правильно будем смотреть, убирать вот все вот эти претензии, убирать какие-то обиды, но посмотреть правильно, что с тобой рядом есть человек, который терпит тебя так же, принимает тебя, да, покрывает тебя какие-то вещи, ты же тоже не подарок. С этим надо согласиться. И тогда, в принципе, приходит благодарность, есть чувство благодарности. Потом приходит любовь и какие-то вот ощущения счастья.